27-летняя Маргарита Грачева поделилась кадрами из новой фотосессии. Брюнетка примерила нежный и романтичный образ. Маргарита лишилась руки после пыток мужа-тирана. Сейчас Дмитрий Грачев отбывает наказание в колонии строгого режима, а его теперь уже бывшая жена начала новую жизнь. Брюнетка не пала духом и не замкнулась в себе. Маргарита осталась позитивным и жизнерадостным человеком. Она воспитывает двух сыновей, ведет блог и своим примером вдохновляет тех, кто оказался в сложной ситуации. Заново полюбить свое тело и вернуть уверенность в себе Маргарите помогают фотосессии. Брюнетка показала несколько кадров из новой съемки. Грачева предстала в нежном и романтичном образе с естественным макияжем и собранными в высокий пучок волосами. Девушка позировала в белом свитере, оголив плечи. Одно из первых снимки оценила певица Валерия. «Красавица!» – сделала комплимент звезда. Артистка тоже пережила домашнее насилие. Александр Шульгин избивал Валерию, а после развода оставил ее ни с чем. Поклонники Маргариты восхитились ее красотой и женственностью. «Очень красивая девушка, нежная и милая. Столько пережить и остаться тонкой, душевной и женственной – это дорогого стоит. Очень красивые фото. В них есть мягкость и большая внутренняя сила», – высказались фолловеры. Грачева получила от бывшего мужа 200 рублей алиментов за 2 года. Недавно Маргарита рассказала о спасенной хирургами руке. Брюнетка показала свои шрамы на сексуальных снимках.